я полезу. Доброе утро, Рекси. В общем, 4:30, и мы идем собирать малину. Такая красота, вообще такой рассвет. Будет красиво, небо просто потрясающее. Так, я иду собирать малину, а кто-то идет копать картошку, да, Рекс? Пап, кто нас нормальными назовет? Сейчас в огород в 4 утра вышли. Еще темновато. А ругаться можно на телефон? Нет. Нет. А что у тебя за щекой? Конфета. Слава Богу. Да чтоб не заснуть. Собирается. Да. Обязательно сосать, чтоб не заснуть. Обязательно. Сейчас уже 5 утра, но тучи, рассвета, в общем-то, не было красивого. А Фонька собирается, тащит в машину прицеп. Берем с собой трактор. Ну что, мы берем трактор, сынок? Трактор берем. Мы успеваем. Поместился! Трактор поместился. Ура! Только теперь куда сажать Афоньку, да? А что, он в багажнике у нас есть? Так, все, а вещи, сумки туда вниз ему, да? Вот так вот. Только ты это, вещи в пакеты. Да, не в, не чем... в чемоданы. Они очень много места занимают. Ну все, тогда пошли теперь вещички, Афось. Давай, давай. Птичка. Да. Хлорочки решили тяпнуть, птички. Нопа нас самая первая встречает. Мы уже приехали. Ух ты, как тут душно-то. Здрасте! У вас тоже? Да. Не, ну прям у нас такого нету, у вас прям сильно, да? Я такого сильно делала. Мы с вами закрываю, не могу закрыть. Так, и вот это и вишню поломала, да? Вишню все, говорит, не надо даже, говорит, как заказала. Это тебе? Спасибо. Это тоже тебе? Еще раз спасибо. Это мой. Это бабушки, нате, несите бабушки. Он мой трактор едет. Бабушка, это вам мой. И... Ух ты, это... так он ездит, да? Это бабушки. А Фоня с прицепом. Спасибо. А это вот тоже бабушка. Это, да. Да. Буду пить вино и закусывать. А я себе могу трубку за свои деньги заработать. Будете футбол играть? А я свой приеду. Так. Это все это Афони. Афони, все. А, это. Тебе. А тут порвался, наверное, да? А? У нас же еще один такой был. Афоня! Где? А, он же порвался. Днем рождения тебя, на! Спасибо. Машину, ходи в машину. Ты хочешь бассейн? А мы не в бассейн плаваем. Да подождите. Синий. Ну, еще вот это. А что это самое главное? Дома надуете. Там один мой бассейн идет. Дома надуете. А, это тут у вас будет плавать, пап. Глянь, какая красота. А ты куда ты играешься? Уже сразу? И крокодила такого повезете домой. Не бегай по дому давай. Не теплая, холодная? Да. Кому подарили эту машинку, Гриш, ты не знаешь? А? Грише подарили эту машинку. Мне она как раз. Так, мы приехали на море. Долго мы ехали, я не знаю, сколько мы, наверное, полчаса, да? Прям с этой. Афанасий за нарукавниками. Сейчас будем пробовать, как вода. Антош, подожди, ты сначала привыкни, потом эту штуку бери, а то я сейчас не все. Я на ней поплыву. А ты на ней поплывешь. А надо, дай я поплыву. Судя, что он взял трубку, он пойдет на дно. Да, да. Ты сначала посмотри на дно, какое дно там. Может, там ила уже нагнала. Да.
Вообще мы всегда останавливаемся вот здесь вот, где трактор, да? Трактор вон. Пойдем пробовать, какое тут дно. Тучки. Куда? Ил пошел? Ой, ну что это такое? Глина? Ну, короче, дно, как всегда. Я полезу. Холодно? Папа сразу змея достал. Она, наверное, дальше будет нормально. Да? Папа запускает змея. Надеюсь, он тут привязан. Не знаю. Высоко летает, да. И дождик начал капать. Ну что, у нас, значит, уплыла красная машинка. Афоня, расскажи, уплыла машинка твоя, да? Да, самолет сейчас чуть не уплыл. Папа его догнал, а машинку не догнали, она уже даже за горизонт уплыла. Но сейчас все, погода меняется, вода сейчас какого красивого цвета. Прям красивого, да? Ой-ой-ой. А я тут держу змея. А как за горизонт? Ну, за горизонт, что его уже не видно. Да, догнал. Не надо туда пускать, а там подальше отходите. Видишь, что она летит в море, ветер оттуда. А мама запускает змея, сидя на креслице, да? Зай, ты уверен, что тебе его надо? Вот так сюда пальчиками просовываешь, чтобы... Ой. А вон не муха, надо, муха. Что там тебя укусило? Повернись. Я мушка. Помню, когда я так бегал. Еще и плавал, да? Еще и нырял. Когда за машинкой бегал. Да, за машинкой, но не догнали. Нет, сейчас тише, потому что... Ой-ой-ой, он как быстро, 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 быстро. Да нет, он уже поплыл уже. Плавает еще плавает. Ой, теперь и змея уносит. А что, ты его отпустил, да? Он отпустился или что, вырвался у тебя? Я жарю дальше от моря, отходите. Да ничего, зая, бывает. Я сам вырвался. А ты туда пальцы вот так не вставлял, да? Я жарю, гуляйте лучше дома, там никуда не денется. А тут... Ну там может запутаться на провода, ну, и порваться. Да, ну, да. Поэтому ничего страшного. Он с моря падает. Да. И несет, зараза. Это что, был пляжный футбол? Вода такая красивая, если честно, очень редко, да, такой красивый цвет? Я каждый год приезжаю и говорю, что красивый цвет. Но на самом деле это красивый цвет для Азовского моря. Ha ha.
Лучше бы ты гол забил. А теперь у нас приготовление ужина. Сижу, не тут колбаски. Будет нам жарить, как Афоня говорит, чичи. Чичи, пожарьте мне чичи. Вот сейчас папа пожарит чичи, а я сделала окрошку. Ты будешь окрошку пробовать? Камышеватскую окрошку будешь пробовать? А чем она, пятерочка камышеватская, отличается? Ну почему? Там отличается. У нее там колбаса другая. В нашей окрошке. Так, ура, мама приготовила окрошку. А дети за пепсиколу. Гриша. А что, пара нет у нас? Так, продавить? Не, я могу продавить ее. Как тут хорошо, Дешка, Леша, тут плитку. Вы сами, Дешка? Плитку. Да, все. А с работниками не интересно. Я вообще ездил, там что только не научат. Да, да, я согласен. Где крышка, Гриш? Да ну, что ж ты так быстро? Все, уже все поужинали, довольны. Первый раз, когда Вера нам такой самолет, да, подарила, он нам не зашел, да? Но сейчас, когда нет интернета в Камышеватке... Заходит. Он заходит вообще. Ух ты, как у Афони круто получилось. Сейчас это. Ох, нифига себе. Папа, это что там? Ой. Резко вверх, вверх. О, пошел. Выше надо его кидать. Вот так. А ну дайте мама это попробует. Все, нажал! О, зайчик, такое ощущение, как будто... Мам, плохо! Ой! Твоя два сразу. Вообще, да, резко и вверх на ветер. Во! Видишь, ему надо... Ему нужно подхватить ветер. Ну да, как это, да? Параплан, да. О! Все? Да, все. Так, забиваем последнюю память на телефоне, потому что больше памяти нет. Я забыла скинуть дома видео. Машина!